Поздравляю вас с выходом в следующую стадию оружия Кука Беларуси по футболу. Комментарии по вашему матчу. Ну, игра такая получилась сложная. Знали, что команда Локомотив, смотрели ее, разбирали, везде бьется, забитых в чемпионате много забивают, но много и пропускают. Поэтому знали ее такую атакующую мощь. Вот. Я думаю, что ребята старались. Дело в том, что у нас есть тоже свои проблемы, это кадровые проблемы. Вот. Сегодня даже не полный состав поехал, или так, по численности, потому что нет игроков, где-то какие-то травмы, где-то кого-то хотели поберечь. Сегодня было 5 человек дублирующих состав, молодых. Вот. Ну, выигрывали 2-0, поэтому была такая возможность, тем более играли в большинстве, выпустить молодежь, хотя на 10 минут, чуть больше, но тем не менее дать им попробовать вот такой мужской футбол, потому что первая лига есть первая лига, какой-то хороший уровень. Поэтому, ну, рад, что выиграли, что у ребят какая-то появилась уверенность, потому что предыдущая игра с «Динамо», конечно, жалко терять очки, тем более внизу турнирной таблицы все так очень плотно у нас, поэтому здесь вот эта игра именно носила такой психологический характер, чтобы ребята немножко так это воспряли духом. Следующая игра у нас в Энергетиком, время есть, поэтому будем готовиться уже к будущему. Кого вы видите в следующем раунде в соперниках? Да, тут как жребий, тут разница, кубок такой, я думаю, что разницы нет, кто будет по жребию, потому что кубок есть кубок, там все бьются, это самый короткий путь на Евроарену, поэтому на одну игру всегда можно собраться, отыграть, поэтому, ну, а в соперниках еще неплохая команда, пожелать удачи в чемпионате, вот, вроде так все.